Вот эти что-то ржавые. В связи с этим поставили фильтры. Более-менее нас это спасает. Но бывают такие дни, когда вода течет просто кирпичного цвета или с видом мазута. Вот лично я боюсь с февраля 2015 года. Мы обращались к поставщику холодной воды «Оленинский луч». На что мы получили ответ, что по данному вопросу ведутся проблемы, решают, они ведут работы, что до марта, 3 марта должны были быть прочистки, после чего должны были прийти и взять у нас анализ воды. Анализ воды у нас никто не пришел, не взял. Лично в нашей квартире никто ничего не проводил. Мы требуем, пока вопрос не решился, мы требуем хотя бы перерасчет сделать в квитанциях. Возможно, нам подвозить чистую воду, которую мы возим каждую неделю сами. Либо покупаем, либо приводим с колодцев. В Ильинскую администрацию, значит, я писала в Красногорскую администрацию, на что мне пришел ответ, что занимается данным вопросом Ильинская администрация. И что мне придет ответ. Ответ никакой лично мне никуда не приходил. Представителей тоже никаких не было.